Всем привет. Смотрим, как игра Obscur пойдет на 865-м Snapdragon'е. Первая часть. Игра на самом деле очень прикольная. Такой хоррор. И две части. Довольно-таки жуткие игры. Красивая игра. С отличным переводом. И одну, и первую, и вторую часть классно перевели. Алло? В общем, стырили у нее сумку. Такие настройки, можно в принципе все это повыключать, все равно это ни на что не влияет. Странно, что такие игры, как Obscur 1, Obscur 2, X-Files, малоизвестные, малопопулярные. А ведь очень классная игра. Так же, как и Cold Fear. Ого, а тут парк оказывается. Игра просто офигенная, Cold Fear. Тоже идет хорошо на домоне. X-Files хорошо идут. Мало классных хорроров на PS2. Хорроров много, классных мало. Жмем L2. Окей, пошли. Там внизу дико страшно. Что за черт? Редко где такой перевод классно встретишь. Такой же классный перевод в игре X-Files. Удобное управление. Все кнопки задействованы. Идет хорошо. Естественно, 0 стоит у нас. То есть пропуск кадров выключен. Можно играть за разных персонажей. У разных персонажей разные, так скажем, скиллы и тому подобное. Навыки, оружие. Можно изначально выбирать даже разных персонажей. Одновременно играешь за несколько персонажей. Мучили здесь этого товарища. Безволосого. Я пробовал, в принципе, игра идет даже в 5x, но с просадочками в каких-то сложных местах. Пробуем. Oh.
Я как-то переключил игроков. Не помню, какой кнопкой это делается. Да, что ли, нет. А, вот на круг. Проход закрыт. Давай-ка отодвинем клетку. Понятно, короче, не пускает меня к выходу. Не отпустили, посмотри. Хана однокласснику. Можем играть. Старая карта школы. Она может нам пригодиться. Давно из психушки. Там наверняка еще что-то осталось. Если нас поймают, мы точно вылетим. После Silent Hill'ов и резидентов, считаю, это наряду с Cold Fear'ом и X-Files'ом лучшие игры. Конечно, Suffering тоже классная игра, но она идет не очень-то. Ну что, замок не сложный. Кажется, это не сложный замок. Иду. Кажется, это несложный замок. Хорошо, я остаюсь здесь. Кажется, это несложный замок. Иди, помогай мне. Тут еще кое-что надо сделать. Кажется, это несложный замок. Да несложный, несложный замок. О. Она по замку. Я уверена, что смогу его вскрыть. Ну, уверена, вскрывай. Что на кнопку выбор. Еще выбор. Я уверена, что смогу его вскрыть. Помочь? Так. Прикол в том, что я играл уже до этого. Кажется, это несложный замок. Пробовал. Иду. Что-то мне легко получалось. Тут еще кое-что надо сделать. Что еще сделать-то надо? Веревку я взял. Замок-то несложный. Ага, пошли. Пошли. Кажется, это несложный замок. Вырезка была. Кажется, это несложный замок. Думаю, я смогу его вскрыть. Ну, сможешь, скрывай. Сломать этот замок. Вот
Какая умная. Хоть она додумалась. Кажется, это не сложный замок. Тут еще кое-что надо сделать. Ну что еще тут надо сделать? Я вроде первый раз включал, ничего не надо было делать. Ну, почитали. Кажется, это несложный замок. Ну, в общем, тут что-то надо делать. Тут, кажется, еще надо что-то сделать. Пошли. Ну, пошли. Оставим этого мудака здесь. Я уверена, что смогу его вскрыть. Короче, идет. Игра идет. Даже хорошо. Я с тобой. Пошли. Пошли. Что тут надо сделать? Не знаю. Хорошая игра, советую. И идет хорошо.